Успей поставить лайк за 3 секунды, и тогда в этом году родители купят тебе новый телефон. Считаю. Раз, два, три. Кто успел, красавчик, ребятки. Ну а мы с вами продолжаем играть в мобильные игрушки, а начинаем мы с игры Zombie Defense. У нас с вами, в принципе, есть достаточное количество денег, чтобы немножко апгрейднуть наши, там, не знаю, самолеты, наших персонажей. Ну давайте будем, в принципе, приступать к следующему уровню. Это у нас уже 11 уровень. Я уже ранее, ребята, играл в эту игру. Сейчас я вам покажу, что здесь нужно делать. Давайте сделаю чуточку потише, потому что мне было действительно очень громко. Так, зомбари прорываются, ребята, прорываются. И в бой. Давай, 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 давай. Так, теперь еще лучника одного нужно взять обязательно. Так, ну, еще можно этого пацанчика взять. И вот это вот. Все, пошли в бой. Их что-то очень много, ребята, очень много идет. Так, давайте гранату бросим туда. Бух! Положила половина зомбарей. Да, это, конечно, неплохо. Смотрите, они все боятся. Они все боятся, им нужно какой-то боевой дух поднять. Так, плюс 15% к боевому духу, отлично. Давай девушку снова посылаем в бой. Я девушку вызываю, потому что, ребятки, у нее есть граната. Да, это очень хорошая штука такая. Гранатки. Так, давай, 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 давай. Пошла, пошла жара. Ох, вертолетик сейчас тоже поможет мне. Так, вертолетик помогает. Отлично, сейчас с гранаткой еще разочек запульнем. Давай, оп, вот туда вот. Бах! Ух ты ж, жесть какая-то. Ребята, party time. Да, время вечеринки. Так, не хватает сосисок. Тут пацанчик медленно сосиски готовит свои, очень медленно. Ничего, ничего, ребята, сейчас мы пробьемся. Есть, мы пробились. Ребятки, мы с вами пробились. И чтобы выиграть, нам нужно просто разбить вот эту вот оборону. Бам, еще бомба взорвалась. Так, ну же, нападайте. А, это что, одни лучники остались? Серьезно? Это одни лучники, ребята. И представляете, и бомбы я могу рвануть своих же. Ну, я не знал, конечно, что это так происходит. Ну, короче, ребята, мы с вами выиграли. Да, мы с вами выиграли. Это у нас первая победа. Это хорошо, ребят. Время для следующей игрушки. И это у нас арена Noob S Pro. Ну и что ж, ребят, давайте тогда продвигаться вперед. Кстати, пользуясь случаем, так как мы уже заговорили за Noob S Pro, ребят, у меня есть новый канал, который называется Cool Guy. Там я снимаю ролики по Noob Pro Hacker. Да, Noob против Pro, против Hacker. Поэтому, если вам нравится данная рубрика, обязательно переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на мой новенький канал. Ребят, я буду вам очень благодарен. Ну что ж, тогда начинаем, ребятки, начинаем, стреляем. Оп-оп-оп. Так, а как стрелять? Может быть нам... А, все, мы выиграли? Мы так быстро выиграли? А, это получается был обучающий бой. Сейчас у нас типа онлайн игра будет, да? Типа 6 на 6. Так, а, 3 на 3 вообще, да? Так, стреляем мы как... Стреляем мы... А, вот так вот мы можем еще стрелять. Угу, так, хорошо, хорошо. Мы еще можем вот так вот, получается, стрелять, ребятки. То есть мы прицеливаемся. Мышкой прицеливаемся. Так, вот тут я вижу очень много не наших есть пацанчиков. Оу, что, респаун через 2 секунды. То есть нас могут уничтожить очень быстро. Счет пока что какой идет? Мы уже 9-х коснули, да? А нашего только одного. То есть меня вынесли, да? И все. Да ладно, блин, обратно вынесли. Ребят, наших уже 4 вынесли. Блин, конечно, молодцы. Да ёшкин кот, ёшкин кот Макарёк. Чё ж они такие мощные? Смотрите, 7-10, ребята, 7-10 есть. 11, 11, 11, 11, стреляем, 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 стреляем. Блин, я, наверное, там пацанчика вынес, и меня тоже, ребята, вынесли. Давай, 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 давай. Плохо то, что с первого раза, ребята, мы погибаем. Когда нас попадают, плохо, что с первого раза мы погибаем. Так, время 30 секунд, ребятки, 30 секунд. Блин, и в меня попали. Счет пока что в нашу пользу. 15-11, ребят, но это ненадолго. Может быть, сами видели, как тут можно быстро уравнять счета и даже в их сторону перевесить. Короче, ребятки, счет 14-16. Давайте мы на два пацанчика лидируем. Сейчас на 3 пока что. Давай, 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 давай. Да что ж ты не стрелял-то, блин? Что ж ты не стрелял? Так, 17-15. Давай, 18-15. И... Ребята, это победа. Отлично, ваша команда побеждает. Место. О, такое вот место. Очком мы заработали 15. Ну, собственно говоря, вот такая вот, ребята, игра. Тут можно еще скинчики менять, смотрите. Так, а, это у них такие вот пацанчики могут быть. А скинчики, к сожалению, пока что открывать нельзя. Ладно, это пока что был первый уровень, ребятки. Дальше будет интереснее. Но я предлагаю открывать следующую игрушку. Это у нас Build a Bridge. Мы с вами остановились на 8-й миссии, поэтому давайте мы ее сейчас пройдем. Итак, в первую очередь, я думаю, что нужно положить вот такой вот забор, хотел сказать, такой вот мостик. Так, сюда, сюда, сюда. А сколько мы можем вообще поставить этих штук?
Сколько они стоят, ребята? А, мы на 3 с копейками можем потратиться. Ну, это довольно-таки много, в принципе, я хочу вам сказать. Так, нет-нет-нет, вернуть назад. Теперь вот лучше вот отсюда просто строить. Вот так вот, оп. И, грубо говоря, ну, напрямую, да? Так, все. Теперь, ребята, нужно это все дело закрепить. Так, закрепляем это досточками. Так, стоп, хотите вернуть. Вот сюда, вот, хоп. Дальше вот сюда, вот, хоп. Так, теперь вот сюда. Не достанет, да, к сожалению. К сожалению, не достанет. А если мы сделаем вот так вот, потом вот так. Не-не-не, тоже не будет. Ребятки, не канает. Так, хорошо. Давайте подумаем. Мы можем использовать трос? Друзья, у меня родилась небольшая идея. А что, если мы сейчас с вами вот это вот все скрепим тросами? Вот так вот. Вот таким вот образом. Смотрите. То есть это все будет... Будут держать тросики. Так, хорошо. И вот сюда вот. Теперь вот сюда вот. Точно так же делаем теперь на эту сторону. То есть тут... А, все. Денег не хватило, да? Давайте просто попробуем, ребят. Если что, то мы вот эти вот тросы удалим. Часть из них. Так, а ну. Бах, сразу оборвался, да? Сразу не удержался мост. Так, а машинка поехала. Машинка поехала. Тут она ломается. Все равно еще как-то едет с горем пополам и падает. Все, повторить. Значит, конструкция наша не выдержала это все дело. Сразу сломалась, да? Значит, что-то мы здесь с вами делали неверно. Это однозначно. Так. О, а если вот так вот, смотрите. Смотрите, хоп. Дальше вот так вот, хоп. Так, дальше, хоп. Потом вот сюда вот, хоп. И просто единственное, чего у нас может не хватить, так это, наверное, денег, ребятки. Денег действительно может не хватить. Так, вот сюда, теперь сюда. Так, 1000 с копейками мы уже потратили с вами, ребята. Так, 1000 с копейками потрачено. Оп, угу. Так, пока что еще деньги есть. Давайте теперь вот отсюда будем как-то укреплять. Так, наши механизмы. Так, вот сюда, дальше сюда. Ребята, это последний шанс. Так, деньги пока что еще есть, все в порядке. Так, все в порядке, сюда вот. Дальше вот сюда. Угу. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Это тоже мы соединяем, ребятки, соединяем вот таким вот образом. Так. 2 с копейками, теперь сюда. Блин, конечно, жесткий механизм, ребята, мы тут с вами намутили, да? Очень жесткий, но надеюсь, что он выдержит, конечно же. Так, и что еще? Что еще тут можно сделать? Ну, вот тут вот единственное, мне не нравится тот механизм, так как-то бы его удалить. Можно как-то его удалить? Так, его можно перенесть, вот, например, да, ёшкин кот, вот сюда вот перенесть, и вот сюда, и вот сюда. Да ё-моё. Так, ну ладно, давайте тогда попробуем, что тут у нас получилось. Так. О-о-о-о-о-о-о-о. Давай, есть, 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 ребята, мы с вами это сделали. Фу, блин, я уже думал, что это будет, что это никогда не случится. Но мы с вами все-таки построили этот мост. Я доволен, ребят, я очень сильно доволен. Следующая игрушка, это у нас Cannibal Plants. Ну что ж, ребятки, продолжаем тогда играть за наше растение, которое вечно голодное, и его нужно кормить. Так, давайте мы... Это что, Трамп? Может, мы его съедим? Давай. Опа! Есть! Левел ап! Левел круден. Зарабатываем себе денежек. Заработали немножечко. Сейчас мы прокачаем наше растение. Так, Steam. То есть ствол стал чуть-чуть длиннее, да? Либо мы дальше уже достаем, да? Так, косточки она не любит есть. Давайте еще одного тогда Трампа скушаем. Давай. Оп! Есть еще один. Снова левел ап. Ребят, ничего себе! Так, снова деньги. У нас, в принципе, достаточно много денег, ребят. Даже очень много денег. Поэтому давайте, может быть, как-то прокачаем наше растение. Так, челлендж. Что за челлендж? А, 10 бобов съесть. Но прикол в том, что... А, есть у нас бобы. Да, ребята. Вот есть вот такие вот бобы. Давай. А, это не бобы. Это даже, наверное, слизни какие-то. Я бы даже так вот сказал. Смотрите, тут слизни можно поедать. Потом троллей таких вот можно поедать. Так, все, мы съели этот... О, вау, the head. Чего? А троллей вообще можно есть или нет? Так, и открылся, кстати, новый пацанчик. Все, это фермер, ребята. Все, смотрите, пошел фермер. И смотрите, какой наш цветок стал уже огромный, очень огромный. Он растет, ребята. Он реально растет, и мы с вами зарабатываем с этого деньги. Так, авто. Так, there is not... Чего? There is no ad. А, я понял. Давайте делаем вот так вот. И он сейчас будет автоматически их поедать.
Или что? Давай, 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 давай. А, не хочет. Не хочет, что-то он их автоматически, ребятки, поедать. Так, одного сожрали, второго сожрали. Это хоббит Сау Хиглин. Короче, хоббит был очень какой-то там. Блин, наверное, что хоббитов, ребята, все-таки нельзя есть, мне кажется. Хоббиты это вредная еда. Лучше их не кушать. Так, наш цветочек уже стал довольно-таки большой, я хочу вам сказать. Очень большой. Так, а ну давайте я еще раз, если я его съем. О, а если я сюда вот нажму? Что будет? Так, мы притягиваем все к себе. А нет, смотрите, зажрали хоббита, в принципе. Мы жраем все, ребята, мы жраем все на своем пути. Так, все присасывается ко мне сюда. Вот даже, смотрите, двоих за раз съедаем. Трампа этого, ну, я не знаю, но он похож на Трампа, ребятки, этот вот чувак. Да, его можно было съесть. Ладно, вот такая, в принципе, игрушка, ребятки. Долго играть я в нее не буду, просто хотел вам ее показать. Она, по-моему, еще и платная, если я не ошибаюсь. Так, ну а следующая игра, в котором мы поиграем, ребята, это у нас Cartoon Cat as Cartoon Dog. Ну что ж, ребят, давайте, в принципе, тогда стартовать. Играем мы здесь за сиреноголового. Да, ребятки, это реально сиреноголовый такой. Это что за камушек? Его можно трогать? Ну, наверное, что, ребятки, этот камушек трогать нельзя было. Короче, это у нас как бы Марио, да, своего рода. Только я думал, что я буду играть за Cartoon Cat'а. Либо за Cartoon Dog'а. Ну, видите, тут мы играем с вами за сиреноголового. Так, давайте будем, в принципе, собирать все монетки. Ну, такая игрушка, конечно, простенькая, интересненькая. Бум! Оу! То есть, ну да, это, в принципе, как и во всем Марио. То есть, если до нас хоть разочек кто-то дотронется, мы тогда сразу проигрываем. Поэтому, ну, давайте тогда будем уже хотя бы до финиша доходить. Наша будет с вами основная цель — дойти до финиша. Так, это можно, в принципе... Так, подпрыгиваем, собираем все монетки. Так, собираем. Этого ломаем, чувачка. Угу, идем дальше. А вон и Cartoon Cat был, да? Ничего, проходим дальше. Я хочу просто пройти первую миссию. Вы знаете, такая игрушка довольно-таки интересная, но простая, да, простая игра. Как бы разработчики сильно не заморачивались. Как говорится, делали на скорую руку эту игрушку. Так, тут есть сохранение, ребята, и у нас еще одно сердечко осталось. Одно сердечко, чтобы пройти эту миссию. Так, Cartoon Cat, я не знаю, или можно было его уничтожить, конечно же. Так, оп. Опача. И вот это вот у нас, наверное, финиш, ребята. Это, скорее всего, будет уже финиш. Но у нас мало сердечек остается. Так, а где финиш, где финиш, где финиш? Ну, в Марио обычно это уже финиш. Так, и есть. Ребята, мы с вами дошли до замка. Фу. Мы с вами это сделали. Это была только первая миссия. Ребята, представляете? Первая миссия. Да, ну, ничего. В принципе, я думаю, что я еще буду играть, ребят, в эту игрушку. Но в другой раз уже в нее сыграю. Мы сегодня что-то с вами... Мало времени играем вот в эти вот игры, но, если честно, они мне не сильно понравились. Вот первая игра была неплохая, потом третья игра была неплохая, ну, вот эти вот, PS Pro, потом Ганнибал Plants и последнее, то, что мы сейчас играли, они мне не сильно понравились. А вот Angry Birds Friends мне нравится. Мы с вами остановились на 7-м этаже, давайте тогда полностью его пройдем. Чтобы его пройти полностью, нужно, ребята, пройти всего-навсего 4 миссии, то есть это несложно. Я думаю, что мы с вами с этим справимся, с этой задачей. Так, и тут... Новые какие-то птички, что они делают? Так, короче, первую птичку мы с вами потеряли, но она еще никого не грохнула, да? Так, это как бы бумеранг. А! Стоп, это типа бумеранг, да? Так, ну я просто не в курсах, что она делает. Так, все, короче. О, а это все, это, наверное, был решающий удар, ребятки. Мы с вами потратили сколько? 2 птички, да? Нет, 3 птички мы потратили. Но это еще не все, ребятки. У нас с вами есть еще, получается, дополнительные эти вот плюшки. Мы будем их использовать в том случае, если... Мы потратим все наши птички, потратим всех наших птичек, а уровень мы не пройдем. Так, окей, продолжаем, ребята. Вижу, что здесь у нас есть новые птички. Так, давайте мы этих отправим где-то вот тут. А вот, бах. Так, все. Динамиты, блин, жалко, что мы динамиты с вами, ребята, не зацепили. Так, хорошо. И сейчас мы этого просто напрямую вот так вот его ударим, и мухана будет. Бам, есть. Мы его грохнули, ребят, миссия выполнена. Да, это было довольно-таки легко. 7-й этаж мы с вами пройдем, я уверен, что на изи. Мы даже не использовали с вами вот этих вот птичек. Я не знаю, что они делают. Но вот прикольно то, что птицы все открытые. Ребят, сорянчик, что-то я зеваю. Так, что делает эта птичка, я знаю, ребята. Она несет взрывные яйца. И мы сделаем сейчас вот так вот. Бах! Так, ну ладно. Потратили птичку, уничтожили одну хрюшку. Это неплохо, ребят. Так, давайте мы зацепим вверх. Вот так вот, оп. Есть, 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 есть. Так, динамит, к сожалению, не взорвался. Так, это наш бомбур. Бомбуру мы сейчас рванем вот эту вот часть. Бух! Так, хорошо. И осталась у нас, ребята, еще одна хрюшка. Так, одна хрюшка. Мы сейчас ее тоже, ребятки, отделаем с вами. Оу!
Чего? А, он раздувается, да? Так, значит, чуть повыше нужно сделать. Повыше запустить его и... Бум! Вот так вот. Прикольно вообще. Я даже не знал, что эта птица такое умеет делать. Мы потратили с вами... Мы потратили всех птиц, но мы прошли, ребята, этот уровень. Так, это получается был предпоследний уровень на 7-м этаже. Так, о, мне нравится этот пацанчик, ребятки. Смотрите, что он делает. Он делает вот такие вот плюшки прикольные. Четко, да? Так, эта хрюшка осталась в живых. А, или ей будет все-таки хана. Она сейчас, наверное, упадет. Давай, переворачивайся. Переворачивайся. Ты последняя была. Ладно, сейчас тебе поможем. Сейчас поможем. Давай, падай уже быстрее. Все. Миссия выполнена. И 7-й этаж, ребята, пройден. Сейчас посмотрим. Мы реально прошли с вами 7-й этаж? Или там еще? Может быть, я одну миссию случайно пропустил? А ну-ка, смотрим. Ребята, смотрим. И 7-й этаж у нас пройден. Есть! Отлично, и мы открыли с вами новую птицу. Это хорошо. 8-й этаж, ребята, мы будем проходить с вами в другой раз. Но тут очень много этажей, смотрите, просто безумно много. 36 этажей. Да, неплохо. В каждом этаже по 4 уровня. Можете посчитать, ребята, сколько это будет и написать в комментариях. Ну а следующая игра, в которую мы поиграем, это у нас Бравл Старс. И давайте первую миссию мы с вами пройдем. Босс Файт. Это новый режим. И знаете, какого бойца я выберу для этого режима? Ребят, для этого режима я выберу Бо. Да, почему бы нет? Мне кажется, он идеально подходит под этот режим, он дальник. Это то, что нам и нужно. Нам, по-моему, здесь нужно выжить 2 минуты, да? Если я не ошибаюсь, будет еще 2 союзника. Так, все отлично. А хотя... Не, нам нужно просто грохнуть босса. И все. Так, давай стреляем его динамитами. А, он тоже стреляет. Ничего себе. Он, оказывается, стреляет, ребята. Так, мы убегаем. Чтобы он по нас не попадал. Вот так вот. Бах. Бомбочками своими стреляем в него. Так, отлично, он стреляет в динамайка, теперь в меня начал гасить. Но, знаете, то в одного немножечко постреляет, то в другого немножечко постреляет. Кстати, за него прикольно, против него классно играть за чувачка, который динамитами какими-то бросает. Так, все, он пострелял в одного, сейчас начинает стрелять в другого. Ну, такая у него, ребята, стратегия. Что поделаешь? Так, давай мины туда бросаем. Сейчас он повзрывается немножечко на минах. Так, отлично, 3 мины там еще есть. Да, а, вот и роботы пошли, наконец-то. Вот его роботы-союзники. Так, все, убегаем, ребята, убегаем, потому что сейчас начнется стрелять. Сейчас начнет стрелять. А в кого? Он начинает стрелять в динамайка. Все, пострелял. И теперь бум-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 бум. О, сейчас будет еще кулаками меня гасить. Так, хорошо. 60 с копейками процента у него здоровья. А, тут, в принципе, ребята, мы можем долго в него стрелять. Так, давай, бомбочки. Бух, сейчас на одну бомбу он станет. Отлично. Нужно его туда, на следующие бомбы загонять. Так, все, убегаем от него. Так, смазал, по мне он не пострелял, и теперь вот так вот, да, бам-бам-бам-бам-бам-бам, бомбами в него стреляем, ребята, смотрите, бах-бах-бах-бах-бах, так, робота на нас насылает, да, так, робота мы грохнули, ребятки, так, все, постреляли в него немножечко, 54% здоровья у него, ребята, как же много у него здоровья, очень много, так, в сторону, так, теперь вот туда вот где-то бросаем бомбочки, по-любому он еще наверх пойдет, ребята, обязательно он еще пойдет наверх, давайте мы его прям загоним тогда наверх на наши динамиты. Давай, иди сюда, чувак. Ну же, подходи ко мне, подходи сюда. Я хочу, чтобы он взорвался на моих динамитах. Так, все, он сейчас взорвется. Бум! Раз взрыв, два взрыв. Так, робот пошел. Ну, робота мы грохнем, Ребят, вы заметили, что меня еще ни разу не уничтожили. Ни разочку еще такого не было. Так, давайте мы его добьем. Стреляем. Так, бомбочки. Вот туда вот. Давай, прямо в него. Давай, пацанчик, взрывайся. Бах! Сразу 3 взорвалось, да? Сразу 3 мины, так, в сторону. Отлично, увернулись, ребятки, увернулись. А, он на меня бежит, потому что те все проиграли, да? Да, те все проиграли. Сейчас этого мелкого мы тоже с вами грохнем. Так, хотя нет, ребята, мы его не грохнули. Но тут что-то очень много роботов нападает, ребята, очень много роботов. И сейчас мне будет хана. Да, блин, сложная катка. Сложная, очень долгая катка, ребята. Так, ну этого мы сейчас вырубим. Так, ты чё динамайка трогаешь? Ну ладно, динамайка я тебя сейчас спасу. Давай, на, все, получай. Так, и роботенка этого нужно добивать. Вот кого нужно добивать, ребята, робота. Не тех маленьких, а вот этого вот гасить нужно. Давай, стреляем. Так, динамиты вот туда вот это бросаем, чтобы сейчас взорвались все. Так, и... Блин, я думал, что меня сейчас уже грохнут. Так, уворачиваемся, ребята, убегаем. Есть. Все, увернулись, отлично, мы пока что еще с вами живы. Мы одни остались, да? Так, давай, стреляем, снова уворачиваемся. Тут эти пацанчики часто проигрывают, ребята, они часто погибают, очень часто, мы сейчас с вами ни разу не погибли, мы просто с вами умеем играть, да? А они играть не умеют, так,
бах, 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 бах. Так, кто-то там заспамнился, давайте мы туда бомбочки кинем. Так, одна бомбочка сейчас рванет, есть, она рванула. Так, блин, ребят, первый раз проиграли, это 20 секунд нужно ждать. Блин, капец. Ну ладно, один раз это такое, в принципе, это не страшно. Ребятки, у него еще 9% здоровья есть. Что там, больше его никто не дамажит? Нита его не может дамажить, дамазать. Бух, моя мина. Он стал на мою мину, немножечко подорвался. Да, лучше, конечно, ребята, не проигрывать, потому что, ну, 20 секунд ждать, это реально, это очень жестко. Да, смотрите, я сразу, блин, ему нанес сокрушительных много ударов. Давай, 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 убегаем, убегаем, убегаем от этих пацанчиков. Так, все. 1% у него остался, давай, да я добью, я его добью. Давай, 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 ультуем, ультуем. Да, блин, есть, ребята, посмотрите, как мало у меня оставалось здоровья. Мне кажется, что я звездный воин. Хотя нет, никто здесь не звездный воин. Мы просто зарабатываем 100 гемов. И все. Вот такая вот, ребята, была у нас долгая игра за 100 гемов, представляете? Да, печально. Ну ничего страшного, ребятки. Давайте тогда будем открывать следующую игрушку. Это у нас Save the Lady. Остановились мы с вами на 33-й миссии. Давайте продолжать. Она говорит, что она голодная. Ну лучше мы позвоним в службу доставки еды. И нам просто доставят гамбургер, либо... сэндвич, и мы его просто скушаем и накушаемся. Продолжаем, ребят. Перед нами робот. О, робот-гард, то есть робот-охранник. Да? На тебе батарею, робот, может, ты тогда будешь доволен. Ну, да, ребятки, ему понравился наш подарок. Отлично, проходим дальше. О, старая бабушка. Так, что я должна сделать? Ну, наверное, что... А ну-ка, давай разряд и сделаем. О, нет. Так, у меня есть деньги, у меня есть деньги. Как я могу... Как я мог... Блин. А я не понимаю, зачем здесь накапливаются деньги, ребят, если я не могу их использовать? Ну как так вообще? Ну реально, у меня есть деньги. Я, ну, Save the Girl, это Save the Lady. Там можно откупиться. То есть, например, если вы вдруг что-то сделали не так, то вы можете просто взять с легкостью и откупиться. А здесь такого делать нельзя. Так что ты должна сделать? Ну, ты должна дать ей, наверное, какое-то лекарство на... Все, бабушка выпила таблетку. Я думал, что это радио какое-то. Типа, думал, включу радио, и бабушка начнет танцевать. Вот, 50 монет мы с вами заработали. Вот, смотрите, видите, как легко. Так, как мне пройти через эту камеру? Ну, наверное, что вот так вот. Оп. Все, камера ничего не видит. Мы проходим дальше. Так, дальше лазари. О, как мне пройти через этот путь? Тут тоже, ребята, все очень просто. Мы, наверное, на скейт сядем. Да, отлично, сели на скейт. Вау, здесь так темно. Давайте мы включим, оденем очки ночного зрения, и все, мы прошли. Так, оценим игру, но... Нет, оценивать я ее не буду, она немножко недоработанная, мне кажется, она еще и глючная чуть-чуть. Так, ну давайте мы тогда резиновые перчатки оденем, потому что, как мы все знаем, ребятки, резина не пропускает электричество, но я бы на вашем месте не пытался это проверять, ребят, ни в коем случае это не делайте. Так, ладно, дальше... Давайте мы превратимся в вампира. Так... Это было верное решение. Дальше. Ну, давайте пусть эта вода заледенеет. И мы просто проходим по этому льду. Оп, да, реально прошли? Ничего себе. Ладно, давайте тогда, в принципе, пройдем еще тогда последнюю миссию. И на этом будем видосик закрывать. So cold. Очень холодно. Одень курточку. Так, все, надела куртку. Отлично. Проходим дальше. Так, это что такое? Это что, кракен какой-то, ребята? Что он здесь делает вообще? Давайте мы его срежем ему. Ласту. Ба, все, срезали. Идем дальше. О, ну тут я знаю, ребята, что нужно сделать. Тут нам нужно его забить. Бам-бам-бам. Все, залазь в свою нору, где... Откуда ты и вылез. Ребят, на этом свое видео я буду заканчивать. Ну а если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Также я рекомендую вам посмотреть ролики, которые вы видите на своем экране.